Приветствую вас, друзья. Ну что ж, подведем итоги розыгрыша. Итак, будет три победителя. Условия очень были простые. Сейчас мы это все определим. Тихо. Копируем ссылку. Вставляем какой-то рандомайзер. Так, все верно. Загружаем данные. Итак, 71 комментарий. Выиграет тот, у кого написано в комментарии слово «участвую» и должен быть подписан на мой канал и на канал спонсора. Так, для этого, да, говорил, что подкрыто, все было, проверяем. Поехали. Оп, анархист панк, смотрим. К сожалению, нет у нас каналов, перейти посмотреть не можем. Блин, ребят, предупреждал. Следующий. Где у нас? Роман Курилин. Участвую, видос сделаю. Пожалуйста. Слово есть, проверяем. Так, подписки. Мой канал есть. Ну и где-то я видел уже даже, на самое главное, Сергей Шевелев. Все есть. Первый победитель у нас определен. Давайте следующий. Людмила Шагаева. Класс, попробуй телефон, планшете. Слова участия нету. Поехали дальше. Евгений Мальцев. Так, подписки, да? Смотрим. Есть. И... И я не вижу второго канала. Все, есть. Второй определитель определен. Так, Роман Курилин, Евгений Мальцев. И давайте последнего. Андрей Кожевников. Во, выговорил. Так, понравился и плейлисты. На подписках каналов у нас нету, да, как я понимаю. Плейлисты это не то, да. Блин, к сожалению, не открыто у человека. Давайте следующего смотреть. Просто Андрей, участвую. Так, каналы. А, к сожалению, здесь у нас здесь нет ссылок на другие каналы. Хорошо. Ну, видео-то не то. Главное не то, но... У человека тоже оказалось все закрытое. Блин. А, сейчас в любом случае участвую. Так что люблю вас. Кстати, человек, да, с ним переписывались сегодня раз. И в других роликах, я помню. Смотрим. Как же так, а? У многих, как вы видите, закрыто это все дело. Посмотреть нельзя, но это были, можно сказать, основные требования. О! Чина Дагестан. Участвуй, дай бог повезет. Я надеюсь, у тебя, друг, открыто все. Каналы. Так, что же мы видим? Мой канал вижу. А канал Сергея. Все. Вот мы определили троих участников. Ребят, в этом ролике напишите, как с вами связаться. Желательно контакт оставьте свой. И дальше уже определим. Вот наши три победителя. Рад за каждого. Все, спасибо, всем пока.